Самолет компании Air France, который после анонимной угрозы сопровождали истребители ВВС США F-15, без происшествий приземлился в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Инцидент произошел в понедельник. Борт Airbus A330 вылетел из Парижа в Нью-Йорк рейсом номер 22. После этого в управление полиции штата Мэриленд в США поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что на борту самолета находится химическое оружие. Пилот лайнера не сразу ответил на попытку связаться с ним, поэтому по тревоге в воздух поднялись два истребителя. В их задачу входило контролировать полет и обеспечивать безопасность. В итоге самолет компании Air France благополучно сел в охраняемой зоне Нью-Йоркского аэропорта. Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали. Во время досмотра службы безопасности не обнаружили ничего подозрительного. От компании Air France пока не поступало никаких комментариев. Предыдущий случай, когда американские истребители сопровождали частный или пассажирский самолет, был 13 февраля этого года. Тогда самолет общего назначения оказался в запретной для полета в зоне в районе Сан-Франциско, а связь с ним была потеряна. Этот инцидент также закончился благополучно.